Привет всем, с вами Нокс Лунелин. Сегодня мы продолжаем играть в Payday 2. Это уже седьмой или восьмой день, напомню. Скорее седьмой, да. Так, отлично. И также с нами наш подписчик Винтер. Да, привет. Ну, тут его нет, но я так. Заочно, привет. Да. Ну, давай, хотя подожди, дай я поменяю свою маску. Так, ну а я пока расскажу, что мы получим. Получим мы... Ёб твою налево. Прекрасная маска. Это просьба детей отойти от экранов. Не смотрите на это. Так, мы получим 750 тысяч и 8,5 тысяч опыта. Нормально. Все. Старт. Ну, вот этот Винтер, 72-й левел, думаю, он нам поможет. Мы на него надеемся, в общем. Конечно, надеемся. И да, я... У меня много всяких будущих обновок. Я открыл Дигл. Всякие эти. У меня две сумки теперь. Отстань. Так, теперь у меня на этом барнете есть лазерный целеуказатель. Разодротил без меня. Да. Так я всего три миссии прошел. И качнул сколько там? 7 или 6 ПВО? Ну да. Там просто миссия была негра валить. Ну это еще у нас будет. Блин, а, нет, это у нас уже было. За это нужно вообще опыта немерено давать. Вот, эта музыка мне нравится. У меня нет музыки еще. А, я ж без звука, блин. Блин, я боюсь подходить в нашей броне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, дебил, блин. Ну что, друг? Да он его агрит просто. Ну нас трое, ты один, чувак, давай разберемся. Как говорил наш зритель, мы просто инкассатор. Смотри, он по боку. Да, по-моему, он наш. Привет. Пока. Тихо-тихо. Нормально. Блин, пришли просто в бронежилете. Ну да, инкассаторы в клубе. Ну. Ща, мы заприбыли. Сразу на кухню. Опа-па. Пожалуй, это не кухня. Так, Винтерок, он походу уже в маске, не? Я не знаю. Да, походу, да. Так. Пойдем, нам нужно. Я думал, она лысая. Может, уже двоих тут прибил? Или нет, я не понял. Как он там оказался? А, вот. Так, у кого-то из этих ключ карта. Но, блин. Ой, привет, здорово. Ой, привет, здорово. Да. Я испугался слегка, такой, привет, вам здорово. Куда, ё-моё, да что же такое? Ой, вообще внимание. Привет, здорово. Он одного опустил. Молодец, молодец. Унизил. У него, кстати, тоже 6 этих крутилок. Ты один такой. У нас по 2 сумки. Ну, у меня одна сумка меда. Сумка, сумка. Ой, сумка, сумка. Ключ, ключ. Какой ключ? Зачем? О, пошли диджея убьем. Да, музыка такая. Смотри, ЛЦУ. Это что такое? Иди сюда. Эй. Ты это делаешь? А, ясно. А вот, 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 смотри. Блин, я себя почувствовал сейчас котом, который играет с лазером. Тихо, тихо. Он кого-то убил. Да, он этих, походу, забил. Так, пойдем, пойдем. Тех, которые играли. Мне тоже они не нравились. А мне не нравились их деньги. Где деньги? Это абсент? Где вход? А, вот и вход вроде. Тихо, 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 тут официантка ходит. Ой, я нашел денег. Что вы сделали? Не мы. Пошли быстро, быстро, ко входу. Но одеваем, не... Одевай маску. Я... Блин, откуда у меня ЛЦУ было, как ты думаешь? А, логично. Блин, одна вообще продолжает дальше танцевать. Вот это гениально. Я пошел ловить их. Я свяжу туда блондинку. И... Брюнет. Отличный выбор. Я не мог решиться. Он всех повязал. Тихо-тихо. Может, на попадешь, а не по телефону будешь говорить? Этот уже перебил тут всех. Кто там дрель после? Где она? Где дрель? Наверху. А, он нашел ключ-карту. А, ты думал, где же она стоит. И он тоже наверху, кстати. Сколько осталось? Да блин. Тут путь. 230 секунд. А у него же есть пила. А не... Стоп. Сейф решил открыть пилой. 4 нужно. 4 заряда. А, 5
5. 4, да, 4. Блин. Но сейф такой большой, обычно тут маленький стоит. Смотрим. Мне кажется, что нас будет штурмовать и... Ух ты. Тут больше не будет ничего. Так, посмотрим, что у нас там снаружи. Какой-то тихий район, посмотри. На улице никого нету. Да вообще. Все были в клубе. Опа, все уже штурмуют нас. Где? А вот здесь внизу. На пол этого. Чё он бегает? Nobody move. Чё, типа... Паркурист, да? Я починю. Да, ты будешь у нас сейчас... механиком. Отлично. Нужно было качать инженер. Да? Техника. Тихо, тихо, тихо. Все нормально, нормально. А тут один он. Псих в меня стреляет. Они так что не знают, суицид походу хотел сделать. Прыгнул со второго этажа и разбился. Ну так а что хотели? Он. А. У него получилось. Не, но он встал, попытался встать и что-то упал. Я не понял, что это было. Легли, падлы, блин, кто разрешал? Ты? Что, что, что? Вставать им разрешил тут. Нет, я по ним еще стреляю иногда. Да. Ну что, наверняка. Ну да. Так, чего? 40 секунд. Сколько? 140? Да. Окей. Меня вот это бесит. Почему она стоит на пол? Не заставляй меня сейчас стрелять. Тихо, тихо, электрошокер. Где? Он нет. Где-то тут ходит, возле меня, походу. Так, я за пелю смотрю. Смотри. Я буду с нашим другом бегать. Я его потерял уже, а вот он. Знаешь, как-то она не ломается. Опа, я вижу кого-то. Блин! Надо было сказать, что такое. Сразу сломалось. А откуда у него карта? Причем от чего такой? Ух ты, смотри, FBI стоит. Тут хачи и шлюхи в клубах. Живая. Что ты хочешь? Пошли, блин, перебьем их. Чего так быстро бегает? Коктейль Молотова есть? Конечно, каждый раз с тобой убью. Ой. Прыгай вниз. Прыгай. Электрошокер. Вон он. У меня стреляет, отстань. Сейчас он сдохнет. Я прячусь, нахрен. Не смешно. Падла, где ты? Блин, да что он такой живучий? Да где-то тут он на нас троллит или что, я не понимаю. Да, просто прикалывает. Вот это да, да, он меня нашел скорее. Вот это падла, сдохни наконец. Я его убил. Я его убил, в упор подошел. А я в спину стрелял. Да какой ты стрелял, все тихо. Так, 60 секунд, одна минута. Вот, тут снайпер. Я могу говорить, что я его убил, потому что он меня поджарил. Отстань. Ты там вообще стоишь, что-то... Пукаешь с пистолета. Уже сэмки не надо. Ай-яй-яй. Блин, а мы... она опять сломалась, да что же это такое? Ну привет, друзья, что, не ожидали, да? Что, тут был цивиль... Блин, цивильный. Цивилен, блин. 40 секунд. Тут был гражданский. Я зашел в толпу... Блин. Хачей. Я убил гражданского тоже, случайно. Перестрелял их. А там оказался этот цивилиан. Какого фига он бегает с ними? Ай-яй-яй. Это что, ты в меня стреляешь? Нет, я в того стреляю, что за барной стойкой бегает. Который умер уже. Так, этот все окей. А, вот, да, точно. 15 секунд, 15 секунд. Может тут есть... Ай-яй-яй. Тихо, друг. О. Вот эта музыка мне 15 нравится. Секунд. Да, почему я слышу? Я без звука. А что нам надо? Нам нужно... 3, 2, 1, все, 0. Сейчас мы должны просто обчистить и уходить. 3 сумки будет. Ох, у тебя тут друзья внизу были. Блин, помоги. Бегу. Блин, Чейнс. Где? Фу-ху-ху. Я так еще постреляю на всякий случай. Иди ты нафиг. Иди тут аптечку, блядь. Вот, берите сумки. Да нахрена мне аптечка. Ладно, если что, еще поставим. Да. О, даже мне осталось. Все взяли? А, сейчас возьмем, бери.
Не хочешь брать? Ну ладно, давай я возьму. Ну ладно, пойдем. Что-то он пишет, да? А, это чейн стоит. Думал, да, что-то он пишет. Пойдем, пойдем. Так, нам нужно теперь выйти, да? Я понял. Да, но с этими сумками. Сейчас ждем пока что. Фбай. Е фбай. Блин, вообще рискованный парень. А твою ж мать. А может здесь выйдем, смотри. Я твоих убил. Что вы достали бегать? Ой-ой-ой, ребят, я ж пошутил. Нет, там нет смысла, выходи, что ты делаешь? Отстреливай. Помоги мне. Быстро иди сюда. Иду, иду. С тобой. Слышь, он спрятался за этой. Умри. За гражданской спрятался. Мне нужны патроны. Наоборот, патроны. Блин, это где? Ну, тяжело найти здесь в этой игре, да? Ну, да. Ох, друзья, что вы тут делаете? Ага, ага. Дай выкинь эту сумку. На, Чейнс, что ты тут сидишь? Давай, подлечимся. У меня все нормально. Ну, тогда я подлечусь. Потому что сейчас будет что-то... А, я он прикол. Уже выкинул. Ну, вообще молодец. Да, вообще красава, молодчина. Я прикрываю, короче, я штурмую. Ну, вообще он может уже убегать, если мы умрем. Уверен? А, нет, тут три сумки, да-да-да. Фак. Он еще к нам вернулся. Ну, он вернется, и он, да, прикроет это, он молодец. Уходим отсюда. Нас тут не было, чё. Ну да. Пол клуба забит трупами. Это норма. Каждый раз такой вижу. Каждый раз убиваю столько людей в клубе. А, там опять электрошокер. А, нет, это щитовик. Да, да. Который скоро, а, ё-моё. Ничего не вижу. Всё нормально. Он, они его убили. Беги. Забей на него. Безобидно. Да, сейчас, кстати, реально важнее. Лови! Давай. Иди спасай его, попробуй спасай. Да мне надо Чейнза спасти. Я в крайнем случае уеду. Чейнза убили. Короче, забей, поехали. Я ему сказал, опусти свои руки. Мало, я его на одну секунде спас. Да, молодцы. Привет, друг. Ой, Чейнза надо спасти. Ладно, сори, друг. Так, прикрой его, потому что... А, нет, ты не вылазь вообще оттуда. Вообще поздно. Ты что, вылез? Эту ну, залезь свою эту. Ладно, ладно. Это кто стреляет? Что, снайпер? Это я был вообще. Ну, у тебя прицел есть? А, нет, это он. У него тоже есть. Отлично. Фу-фу-фу. Я за руль. Да-да. Тебя даже на переднее сиденье не пустят. Какой там за руль? Да, вау. О, фак. Мы сейчас что, убегать будем? Блин, мы будем убегать сейчас. Не нравится мне это сейчас. Берем бойцовское оружие. А, берем аж ничего, поскольку ничего. Посмотри, нет. У него двухстволка. Неужели двухстволка такая навороченная, крутая? Матерится, как негр какой-то. О. Ой-ё, вот это место, блин. Да, еще фургон может взорваться. Дайте мне кое-что взять. Ну, забирай. Взял. Нет, я ничего не взял. Так что от фургона лучше. А, он отнес туда, блин. Ни хрена себе, что спидхак. Ой-ю, чего стопнул, я валюсь. Так, пойдем. Что ты делаешь? Кто дверь закрыл? Откройте дверь. Какую? Тут видишь написано, клоуз, что ты туда лезешь? Какая разница, блин, я преступник, я хочу туда зайти. Ну там пули непробиваемые. К черту это. Электрошокер? Да, о боже. Даже не один. Не трогайте нашего крутого уровня. Не, он вообще мазохист какой-то. Вылез так в центр и... Ну, у него бронь хорошая. Получи... Так у него такая, как у меня.
Или нет. Или у него максимум. У меня, походу, такая. У меня предпоследняя, у него последняя. Энфорса, ты думаешь? Что? Энфорса? Откуда я знаю? Последняя это от Энфорса, как я помню. Че, один наш вертолет, давай, сюда лети. Наш? Блин, это не наш, наш желто-синий. Я валю отсюда, сейчас они там еще будут. Не, конечно, позиции лучше не могли придумать. А мне все-таки понравилась миссия с неграми. А мне больше варить нарку. Ну это оно и есть вообще-то. Да? Да. Только если бы ты правильно это сделал, нам бы дали столько денег. Отстань, я все правильно делал. Ну так надо было отойти. Ты неправильно делал, там надо было баллон, а ты походу баллон в соду засунул. Ну и норма. Ну да, бомбануло и ты проиграл. Все, бежим. Ты что, издеваешься? Опа. Мне нам обходить придет. Прям через всех. Ну да. Обычно тут так и происходит. А ну, что за таймер? Какой таймер? А, это мы должны успеть за это время дойти до этой точки. Меня обрадовал. Не, ну ты спросил, я ответил. Лучше молчу. О, с двух патронов. Я побежал. Ах ты, блин, патроны кончились. Ой, их тут вообще нет. Можно идти. Ага, электрошокеры он. Я, короче, свалил. Короче, ты молодец. Конечно. Короче. Я даже пострелю еще, пока. Что, косые или что, блин, я не понимаю. Да я стрелял. Нет, косые, в смысле, два сумки промазали оба раза. Отлично. И это, походу, уже финальное, да? Мы убежали. Надеюсь на это. А сколько мы в тот раз получили денег? Только не посмотрел. Мы не получили денег. А, то есть мы сейчас только получим. Да, ставлю на 1040. Ну ладно, не 40. Чуть больше, 78. 91. Да почему тебе больше постоянно? Дискриминация против меня. Одного. Так, посмотрим еще, что мы. Так, ну что ты выбираешь? Выберу последнюю. Ну тогда я первую. Блин. Маска. Вау! На револьвер. Нифига себе, посмотри, какая штука. У да, меня. Так, ну все, думаю, можно заканчивать. На этом наш 7-й день. Да, и также первая игра с нашим подписчиком подходит к концу. Да, но не последняя. Ждите новых видео, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. До новых встреч.